Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Зи Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот куколки по имени Лоя. Такая кукла получается в длину 37 сантиметров. Ножки, ручки вязаны по ходу вязания, туловище и голова связаны одной деталью. Ножки и туловище соединены и связаны так, чтобы куклу можно было легко усадить. На нескользящей поверхности кукла может самостоятельно сидеть, опираясь на ручки. Здесь я посадить сейчас не могу, потому что у меня очень скользящая поверхность. Юбочка у куклы съемная, связана поворотными рядами, поэтому со стороны спины она соединяется вот таким вот бантиком. Туфельки тоже съемные. Итак, давайте я вам расскажу, что нам понадобится для вязания такой малышки. Нам понадобится плюшевая пряжа трех цветов. На этот раз у меня будут вот такие вот оттенки. Для цвета кожи у меня тот же самый цвет будет. Это под номером 80333. Далее цвет юбочки и туфелек у меня будет вот такой вот розовый под номером 80309. И гольфы, трусики, шортики и кофточка у меня будут желтого цвета. Это номер вот этот вот 80313, то что понасыщенней. Расход пряжи будет небольшой. Меньше половины мотка бежевого цвета, меньше половины мотка розового и меньше половины мотка желтого цвета нам понадобится. Всего по чуть-чуть. Далее. Для волос я на этот раз буду использовать Alize Softy вот такого вот розового цвета. Это под номером 191. Хотела тоже использовать желтый. В моих остатках уже не осталось наличие этой пряжи. В магазин, когда я ездила, покупала эту пряжу, то желтого тоже не было в наличии. Поэтому на этот раз у меня выйдет вот такая вот с розовыми волосами куколка. Далее нам понадобится неплюшевая пряжа красного цвета, это для вышивания ротика. Немного неплюшевой пряжи черного цвета для бровей и ресничек. Нам понадобится лента для юбочки, и из этой же ленты я буду делать бантик на волосы. И я еще купила вот такую вот тоненькую ленточку, хочу завязать на рукавчиках. У этой куколки я тоже хотела сделать так вот, завязать тоненькую ленточку и сделать бантики, но белой ленты вот такой вот именно тоненькой нигде найти не могу, к сожалению, хотя раньше она была. Далее нам понадобятся глазки блестящие на безопасном креплении, я использовала под номером размер 14 миллиметров. Нам понадобятся самые главные инструменты, это крючки. Основной крючок у меня это под номером 5, вспомогательный крючок под номером 2 меньшего размера. Нам понадобятся ножницы, маркеры для отметки новых рядов, швейная игла с большим ушком, ею мы будем вышивать ротик, брови, реснички. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Обращаюсь к новичкам и гостям моего канала. Перед началом вязания обязательно посмотрите два моих видео, одно из которых называется «Два способа вязания крючком плюшевая пряжа» и второе «Вязальное видео шпаргалочка», так как вы найдете для себя очень много там всего полезного, которое вам пригодится при вязании данной куколки и при вязании всех остальных игрушек. Начнем наше вязание с вязания ножек. Берем плюшевую пряжу в цвет гольфиков, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1,
2, 6. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем одну прибавочку, то есть провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. И повторим такую комбинацию еще один раз. Вяжем 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. И в этом ряду у нас должно получиться 8 петель. Можно отметить новый ряд маркером. И следующие 12 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. И забыла сказать, что по ходу вязания нужно будет наполнять ножку наполнителем. Наполняем средней плотности. Провязали 12 рядов без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. Последний столбик не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к бежевому цвету. Итак, берем плюшевую пряжу бежевого цвета. Довязываем этот столбик. И следующий ряд вяжем за задние стеночки петель. Вяжем 8 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, желтую пряжу отрезаем, завязываем на узелочке и прячем вовнутрь ножки. Далее следующие 10 рядов вяжем без изменения, в каждом ряду по 8 столбиков без накида. И также последний столбик в 10 ряду не довязываем до конца, на нем мы будем возвращаться к желтому цвету. Итак, провязали 10 рядов без изменения. Последний столбик не довязываем до конца. Берем пряжу в цвет трусиков, шортиков. Довязываем этот столбик. И следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. Бежевую пряжу можно будет отрезать, завязать на узелочке и спрятать вовнутрь ножки. Провязали. Далее складываем наше вязание пополам. Маркер можно снять, он нам не понадобится. Да, и кстати, вот эту вот желтую часть наполнителем не наполняем. Здесь оно должно остаться пустым. Итак, сложили наше вязание пополам и провязываем вот эти вот два ряда вместе тремя столбиками без накида. 1, 2. Последний столбик я провяжу, как обычно, крючком меньшего размера. Сначала подхватываю две петли, которые друг напротив друга, протягиваю рабочую нить. Далее подхватываю крайнюю петлю. Заводя крючок сверху, ввожу снизу, подхватываю рабочую нить на петли. У меня на крючке у меня 3 петли, провязываю их вместе, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь ножки. Одна ножка у нас готова, вторую ножку вяжем точно так же и переходим к вязанию ручек. Берем плюшевую пряжу бежевого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7.
можно отметить новый ряд маркером. И следующие три ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 7 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем так. В начале ряда вяжем одну убавку. То есть провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И до конца ряда вяжем 5 столбиков без накида. Отмечаем новый ряд. В этом ряду у нас должно получиться 6 петель. Наполняем наполнителем вот эту часть. У ручки будет наполнена наполнителем только вот эта вот нижняя часть, ладошка. Продолжаем наше вязание. Следующие 6 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. Последний столбик не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к желтому цвету. Провязали. Последний столбик не довязан до конца. Новый ряд отмечен. Берем плюшевую пряжу в цвет кофточки. И довязываем этот столбик последний. Далее следующие 9 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. Провязали, складываем наше вязание пополам и провязываем вместе вот эти вот 2 ряда. 2 столбиками без накида. 1 и 2. Точно так же 3 петли вместе провязываем, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик, который спрячем вовнутрь ручки. Одна ручка у нас готова, вторую ручку вяжем точно так же и продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Кукла Лоя». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!